Приветствую, друзья! И в этом ролике у нас будет необычный автомобиль. Я, конечно, возможно, могу предположить, что многие из вас знают об этом автомобиле, но на самом деле я могу сказать с уверенностью на 100%, что ездили на нем единицы, прям вот точно единицы, потому что этот китайский друг, хотя и очень популярный в Китае, на дорогах СНГ, Европы, Америки он практически не попадается. Долго не буду мучить вас. BYD i6. Не буду томить, сразу хочу сказать, что автомобиль привезен с Китая, он растаможен, так скажем, в России, уже практически на нем можно ездить. ПТС мы почти получили, этим сейчас занимаемся, завтра, я думаю, ПТС мы уже получим. Но дело не в этом. Насчет цены, кому интересна цена, об этом я скажу в конце ролика. А сейчас перейдем к техническим характеристикам, потому что они здесь достаточно интересные, и томить не буду. Капот я уже приоткрыл, и что у нас скрывается под ним. По крайней мере, я еще до конца не разобрался, где что находится. Но могу сказать сразу, что здесь сейчас мощность двигателя 75 кВт или 101-102 лошадиные силы. Батарея установлена 60 кВт-часов. Это немножко другая батарея. Она очень сильно отличается от Leaf, где установлена обычная литий-ионная батарея. Теперь я хочу все-таки посмотреть более детально, что здесь находится под капотом. Я сразу скажу, я этот автомобиль первый раз вижу, как точно так же, как и вы. Я сегодня вот его только первый раз увидел, особо не ездил, еще ни разу не ездил, вот только открыл капот. Поэтому я не могу точно утверждать, что это такое. Написано Height Voltage Inside. Я смею предположить, что здесь что-то связано с зарядкой и так далее. Здесь у нас написано Height Voltage Inside. То же самое. Наверняка это какие-то очень важные узлы автомобиля, которые ломать и в которые лезть не стоит. А вот тот, кто знает, что здесь находится, вы можете смело поделиться своими знаниями в комментариях. Я думаю, другим людям, и мне в том числе, будет очень интересно почитать. Пойдем необычным способом слева направо. С левой стороны у нас есть горловина, куда заливается жидкость омывателя. Блок, я так понимаю, это здесь предохранитель находится. Вскрывать не буду, потому что наверняка это он. Аккумуляторная батарея. Кстати, 12 вольт, 40 ампер-часов. Я думаю, она еще штатная, BYD. Все как положено. Дальше жидкость какая-то. А, скорее всего, это тормозная жидкость. Еще, да, хочется отметить, вместо обычного стандартного электроусилителя, который установится в Leaf и в другие электромобили, здесь почему-то китайцы решили поставить электрогидроусилитель. Ну, вот такая вот гибридная смесь, которая, в принципе, работает нормально, без всяких проблем. Радиатор достаточно, скажу, что добротный, большой. Два вентилятора. Ну, в целом, по пространству, если здесь у нас загружено, то в левой стороне достаточно пусто. Кроме подушки или опоры двигателя, здесь, в принципе, ничего и нет. Теперь попутно перейдем к фарам. Ну, поворотник обычный, дальний, ближний, тоже галоген и линза. Противотуманки обычные галогенки. Ну, как бы не современно 100%, но и автомобиль этот не 2020 года, а 13-й. Я сейчас уточню точно, какой год, по-моему, 13-й или 14-й год. Стоит сразу отметить, хоть и год 13-14-й. Он новый, мы сейчас сядем в салон, вы в этом убедитесь, он еще весь в пленке. Я сам не понимаю, как так происходит, но этот автомобиль стоял на складе, никто его не юзал, и он очень крутой. Самое главное, новый. В Шэньчжэне 99% автопарк такси BYD, именно вот эти i6. Для тех, кто думает, что электромобили это все-таки игрушка, и она долго не проедет, смотрите, пробег. Ну, где-то полмиллиона. Машина в такси. Ну вот, собственно, сам таксист. Ну, пассажиры. Насчет батареи. Еще раз повторю, здесь литий-железо-фосфатная батарея, которая намного круче, чем лифовская батарея. И проезжает этот автомобиль зимой где-то 270, летом 330-320 километров он железно проезжает. Лично мне автомобиль напоминает Toyota Venza. Вот она тоже такая, вроде как минивэн, но колеса здоровезные. Здесь вот то же самое. Резина. 225 на 65 на 17. Крутящий момент 450 ньютон-метров. В лифе 280, здесь 450.
как раз таки этот крутящий момент создается с помощью вариатора. Сразу может, конечно, появиться мысль о том, что вариатор — это что-то, может, какой-то ненадежный узел, но нет, смею вас заверить, что вариатор здесь надежный, и я думаю, он проездит столько же долго, сколько и эта батарея. И теперь давайте посмотрим на качество сборки, как китайцы собирали в то время автомобили, посмотрим его зазоры в первую очередь. В целом все вот достаточно неплохо, но есть такие, вот какой-то, я бы сказал бы, ну косячок есть легкий, да, тут небольшой стык есть, но в целом зазор неплох, 2 мм торчит крыло. По поводу комплектации я советую вам почитать в интернете, если кому интересно, потому что я сильно в эту тему не углублялся. Этот автомобиль достаточно неплохо укомплектован, у него есть бесключевой доступ, у него есть, у него кожаный салон, но я знаю, что на других комплектациях еще стоит камера в правом зеркале, большой дисплей сенсорный, здесь стоит обычный монохромный, он достаточно не маленький, я бы сказал, но он монохромный. И есть комплектация и пожирнее. По поводу салона мы поговорим чуть позже. Идем дальше. В принципе, сзади по зазорам тоже все неплохо. Так, двери закрываются даже очень, я бы сказал, приятно. Чувствуется, что это не просто консервная банка. Теперь перейдем плавно к лючку зарядки и поговорим о ней. В первую очередь, что бросается в глаза, это здоровый лючок. Я не знаю, тут можно, в принципе, пожарный гидрант туда спрятать. И я думаю, он прекрасно закроется этим лючком. Ну, для демонстрации моя ладошка. Открываем. И что здесь у нас внутри? Маленький порт зарядки Type 2. Да, вот. Смотрите, здесь указано на наклейке 440 вольт 63 ампера. Мы через этот порт подавали сюда 380 вольт. Автомобиль это без проблем все принимает в себя, прям как голодный дикарь какой-то. Ему вообще пофиг, 20 кВт, 30 кВт, он все в себя принимает. Поэтому расстраиваться, что здесь нет порта зарядки, я думаю, ну вот в принципе не стоит. И еще все компании, которые производят электромобили, они как-то думают о себе. BYD же подумали не только о себе, они подумали еще о ком-то. Они научили этот автомобиль не только принимать ток, но еще отдавать назад. В общем, если сделать из комбинации переходников Type 2 на J1772, в принципе, можно без проблем от этого автомобиля подзарядить Leaf. Такого не может делать ни один электромобиль. Этот может. Теперь мы плавно перешли к задней части автомобиля и можно сразу, в принципе, перейти к фонарям. Так, у нас сработал датчик света, наверное, и автомобиль включил габариты. Ну, сразу можно, в принципе, убедиться, что здесь светодиоды стоят, чтоб как бы не словом, а делом. А теперь хочется поговорить об этом значке. Он не был куплен на AliExpress. Вот так вот комплектуют BYD свои автомобили со светящими значками. Ну, прикольно, я не скажу, что это как-то неинтересно смотрится. По крайней мере, это необычно. Рядом расположена кнопочка, чтобы закрыть багажник. Да, открывается он. В принципе, багажник, на первый взгляд, не скажу, что он сильно большой, но он не маленький. 385 литров, как заявляет производитель. Багажник можно увеличить, разложив задний ряд сидений. Он увеличится до 1000 литров. То есть куб получается у нас в заднем, сзади можно, грубо говоря, использовать в рабочей теме. Пол ровный, неровный мы сейчас тоже определим. Хочется отметить, что здесь. На удивление, опять же, для всех электромобилистов, особенно лифоводам, сейчас все лифоводы будут точно завидовать. Прям лифоводы, все, пишите свою зависть в комментарии. Органайзер, о чем вы мечтаете, когда вы покупаете эти ящики? Здесь это сразу предусмотрено. Но это не все. Идем дальше. Лифоводы, давайте садитесь, а то упадете. Ба-бам! Полноценная запаска. Не какой-нибудь там качок, который что-то там качает, какая-то жидкость. Полноценная запаска. Здесь вот набор под ключи, все дела. А с правой стороны блочок. Я технически особо еще не подкован в этом автомобиле, но прочитать вам могу. Здесь указано BMS контроллер Assembly. С помощью DuoSID его можно заряжать также. Но есть одно но. У нас здесь мама. И здесь, давай покажем. И здесь у нас тоже мама. Если купили себе отдельную зарядку, к ней еще нужно приобрести вот такой вот переходничок. Цены, к сожалению, я сейчас сказать не могу, но вот здесь где-нибудь я прикреплю, вы увидите. Вот еще зарядка. Это вот какая-то, может быть, даже родная, я еще сам не знаю, что это такое. Ну, может быть, родная, может быть, нет, ну, наверняка какой-то китаец. Судя по значку, Cherry. Да, а теперь, как я обещал, хочу показать вам багажник в полном объеме, то есть сложить задний ряд сидений. Блин, а как же сидушки эти скидываются-то? Как сбросить сидушки? Кто знает, пишите в комментарии. Пока для меня это целая загадка.
Да, ну в такой ситуации остается только один вариант. Это запросить помощь друга. В общем, с помощью невероятных усилий, три головы, мы разобрались, как откинуть задний ряд сидений и создать ровный пол на этом автомобиле. Делается это достаточно хитро. Вдвоем, с двух сторон, нужно оттянуть вот эти вот маленькие петли, о чем я не мог просто догадаться. Хотя я их увидел, но было сложно догадаться, что их нужно тянуть, причем вдвоем с обоих сторон одновременно. И, собственно, создается вот такой вот ровный пол. В целом, не скажешь, что он сильно ровный. Давайте посмотрим со стороны багажника. Как заявляет производитель, 1000 литров здесь есть. С багажником мы разобрались. Теперь хочу немножко поговорить о клиренсе. Смотрите, колеса, я уже сказал, огромные, арки еще больше. То есть здесь можно смело поставить колеса, ну, точно, как у кроссовера. Можно у Volkswagen Bentley снять. Можно такие колеса поставить, я думаю, они станут сюда без проблем. И резину поставить не такую изоленту, как там, а вот именно что-то высокопрофильное. Смотрите, на первый взгляд может показаться, что здесь клиренс очень и очень добротный. В общем, 25 сантиметров я примерно думаю здесь есть. Но есть один не очень хороший факт. Батарея, хоть и расположена по всей плоскости автомобиля, она настолько большая и настолько тяжелая, что она просто не поместилась в кузов этого автомобиля, и ее пришлось опустить примерно сантиметров на 10, она еще торчит. Поэтому весь вот этот классный клиренс, он условный. Основной клиренс вот там. И как заявляет производитель, он всего лишь 14 сантиметров. Ну, мы сейчас отправимся в сервис, где мы поднимем этот автомобиль и посмотрим уже непосредственно подвеску. Обычная многорычажка, то есть Марфиксон, как положено. Вот, подрамник достаточно серьезный. За что я говорил, кстати, что батарея очень ниже достаточно, чем сам кузов автомобиля, поэтому предусмотрели китайцы отбойник. А вариатор, о чем речь была. По сути, все. Электромобиль, он достаточно прост. Пойдем назад еще посмотрим, что там. Это не Nissan Leaf, где балка. Здесь независимая подвеска. Достаточно все, я бы сказал, сделано громоздко, серьезно. И не скажешь, что сделано как тяп-ляп. Если учитывать, что вес автомобиля очень серьезный, подвеска соответствующая. То есть сказать, что это китаец какой-то хлипкий, этого не скажешь. Здесь все очень сделано добротно. Смотрим посадку. Так, ну, за двери, в принципе, сразу хочется сказать, что здесь сверху накладка пластиковая, достаточно жесткая. Дверь кожа. Так, здесь тоже пластик жесткий. Ну, в целом, в принципе, все хорошо сделано. Кнопки, 4 электроподъемника. Авто только водительская. Оп. Вверх. Ну, вниз только авто, а вверх, как всегда, вручную. Центральный замок, блокировка открывания стекол. Ну, и регулировка уже зеркал заднего вида. Ну, как бы в целом, обычно вот подсветочка еще есть. И динамики, я думаю, здесь тоже обычные, стандартные, без ничего. За руль сажусь первый раз. Специально ни разу не садился, сегодня была возможность, специально ни разу не садился, чтобы вот какие-то первые впечатления все-таки были. О, ну, в целом, что хочется сказать. Вот, о чем, кстати, я говорил. Это точно не электроусилитель, вот такая есть натяжечка, как на гидроусилителе. И подтверждение этому, можно даже послушать, я вот сейчас послушаю. Сейчас я музыку выключу. А теперь слушай. Ну, я надеюсь, вам слышно. Такой легкий писк. Он, в принципе, не раздражает, но он есть. Теперь смотрим. У нас руль имеет регулировку только по высоте. По дальности вылета регулировки нет. Я сам только об этом узнал. Так, ну, в целом, я бы подвинулся чуть ближе. Над головой больше кулака однозначно. Ну, как бы сидушки не имеют электрорегулировок, механические все. Сразу хочется отметить, посмотрите, ребят, 14-й год автомобиль, он весь в пленке, здесь даже сиденья были в пленке, это все поснимали уже.
BYD накладочка пластиковая, ножной, так скажем, ручник, с которым лифоводы уже знакомы. Есть перчаточник маленький, ну и все, в принципе, тут тоже вот еще какая-то ниша небольшая есть. Пока на этом все, потом поподробнее, чуть попозже посмотрим по салону. Вот я за собой отрегулировал. Отмечу, мой рост 1,83 м. Садимся теперь сзади. Я сажусь сам за собой. Смотри. О чем я говорил? Пленочки. Я сейчас вам покажу в салоне одометр. Вы удивитесь. Смотрим, за собой у меня места дофига. Кулаки впереди. Смотрите. Смело. Вот легко. Кулак здесь болтается. Над головой кулак болтается. 1,83 м ростом. Посадка удобная. То есть ноги можно вот развалиться, в принципе, без проблем. Проехать весь заряд автомобиля на заднем сидении проеду, ну, просто без проблем. Ничего не затечет, все будет хорошо. Это сделано за счет чего? Опять же, за счет того, что наш клиренс пострадал. Но ноги находятся на нормальном уровне. То есть коленки не выше ушей, как сзади на Nissan Leaf. Единственное, что сзади нет воздуховодов. Ни здесь, ни здесь. Возможно, это в каких-то других комплектациях есть. Именно в этой комплектации этого нет. Вот есть еще розеточка 12 вольт. И это все. Возможно, все это зависит еще от комплектации. Я точно не могу сказать. Теперь давайте сделаем замер. Сейчас перейдем автомобиль в спорт режим. Так, эко, спорт. Вот на табле покажи спорт режим. Все как положено. Все, в принципе, мы готовы к движению. Как это свойственно для электромобиля. Ни шума, ни пыли. Но здесь чувствуется. Здесь чувствуется, звук есть. Давайте с нуля. Сейчас вот на хороший асфальт заедем. Сзади нас никого нет. Ну все, делаем замер. 3, 2, 1, погнали. В пол даю. Ну, создается вначале такое ощущение, что мы едем на троллейбусе. Так, так, ну давай, хоть 100 раз гонишься. И фавуды ликуйте. 100. Все, успели разогнаться. Ну, я думаю, здесь 12 секундами не пахнет, потому что все-таки... Ну, я, честно говоря, не надеялся, что она будет сильно динамична и динамичнее лифа, потому что на 5 киловатт здесь мощность мотора меньше, вес больше. Откуда браться здесь 12 секундам, которые, как у лифа, ну, у лифа там 11,5, да? А здесь 14, ну, где-то так. По поводу подвески хочется сказать. Колеса большие, и вес автомобиля дают о себе знать, потому что глотает ямки мелкие, ну, практически не чувствуется. Может, вы заметили достаточно выраженный шум двигателя, вариатора, я не знаю, что именно точно там шумит, но явно оно шумит чуть погромче, чем в лифе. Не скажу, что оно сильно раздражает, к этому привыкнуть можно, но оно погромче будет однозначно. В целом, плавное ускорение, плавное торможение. Попробуем сейчас немножко по бездорожью поехать. Вот здесь вот легкое бездорожье. И, ну, есть, конечно, опасения, что мы сейчас где-то чиркнемся батарейкой. И да, и, конечно, я не отметил о том, что автомобиль переднеприводный. Вот. И бывают комплектации с полным приводом. Ну, на данный момент этот автомобиль переднеприводный. На улице плюс 9 градусов, и на 55% автомобиль заявляет, что он еще проедет 169 километров. Как я обещал, показываю одометр. Пробег этого автомобиля 3009 километров. 2014 год и всего лишь 3000 километров пробега, чтобы вы понимали. Ну, давайте еще пробежимся по салону, что у нас здесь есть. С левой стороны у водителя блок управления стеклоподъемниками, потом корректор фар, и здесь еще можно отключать подушки безопасности. Все, в принципе, больше нет. Ну, помимо того, что датчик света есть, авто. Датчик света. С левой стороны руль пустой, с правой стороны есть кнопочки, которые управляют бортовым компьютером, но на них есть небольшие иероглифы. Как я и сказал ранее, что можно здесь, помимо того, что заряжать автомобиль, так еще с помощью него можно давать ток назад, как переменный, так и постоянный. Как это делается? Discharger, кнопочка, нажмем ее. У нас появляется такое меню VTOL и VTOV. VTOL – это ток переменный. Если мы его выбираем с помощью как раз таких кнопочек на руле, мы делаем это, выбрали и нажимаем одна фаза и три фазы. То есть можем передать с порта Type 2
как одну фазу, так и три фазы. Обратно кому-нибудь на зарядку. Но это еще не все. Жмем также опять Discharger. Попадаем в это меню и жмем VTOF. Оп. И здесь уже нас автомобиль предупреждает, что VTOF, если мы сейчас нажмем, и в течение 10 минут нужно ставить порт зарядки. Если мы этого не сделаем, функция выключится автоматически. Дальше идем по салону. Впереди у нас вот такая вот космическая панель, где 1, 2, 3, 4, 5 маленьких экранов. Слева дисплей показывает температуру, одометр, расходомер, спидометр, остаточный запас хода. С правой стороны указан заряд батареи в процентах, ну и режим движения, который мы выбрали. Дальше мультимедиа, блок климата. Вот он, понижение температуры, повышение, регулировка вентилятора, ну и так далее. Не буду здесь зацикливаться. Кондиционер, авто и выключение самого климата. Так, розетка, потом дисчарджер, переключение между спорт и эко-режимом, кнопка аварийки, кнопка регулировки яркости подсветки панели, вот это видно. Не знаю, на камеру видно, нет. Ну и включение-отключение пробуксовочной системы. Ниже можно вставить диск и AUX. Так, далее у нас джойстик переключения с режимов движения. Он, кстати, очень напоминает мне Prius. Как бы здесь все достаточно просто. На себя это режим D. У нас он там отобразился. Если удерживаем режим нейтралки, даже удерживать не надо. А, не удерживать надо. И режим реверс. Все, автомобиль как бы назад уже готов ехать. Снизу кнопочка, которая отвечает за паркинг. Зеркальце не имеет затемнения. Обычное зеркальце с такой вот регулировкой. Солнцезащитный козырек с подсветкой и зеркальцем. И у пассажира, я думаю, то же самое. Да, у пассажира то же самое есть у нас. А, вот такая вот красивая панелька подсветки салона. Сзади тоже. Причем она сзади еще в пленочке, как положено новому автомобилю. Подлокотник с нишей, два подстаканника, даже есть некоторые фиксаторы здесь, и здесь нет бардачка. Охрененно тупая идея. Теперь по поводу безопасности. Одна подушка безопасности у пассажира, одна у водителя. Так, ну, в сиденьях, в стойках и в коленях я пока не вижу. Может быть, потом, кто знает, напишите в комментарии. Я лично не вижу, только вот пассажира и водителя. Ну и что хочется в итоге мне сказать? Этот автомобиль очень хороший. Самый главный узел его это литий-железо-фосфатная батарея, способная выдержать 4000 полных циклов заряда-разряда, при этом сохранить емкость до 75%. Этот автомобиль 2014 года с 3000 километров пробега, я уверенно могу сказать, что сок здесь с 99-100%. На самом деле мы его еще не мерили. Но вы, наверное, думаете: блин, ну такой классный китайский автомобиль, все так хорошо о нем рассказываешь, и, наверное, там цена его 20 тысяч долларов. Но я смею вам сказать, это не так. Этот автомобиль продается. Продается уже в России сейчас, получен в ПТС, он растаможен, смело можно поставить его на учет на кого угодно и так далее, и эксплуатировать его с завтрашнего дня. И цена его 1,5 миллиона русских рублей. Это как, в принципе, полноценная хорошая тридцатка, ну там 1,4 миллиона, хороший автомобиль. Только здесь, напомню, литий-фосфатная батарея 60 киловатт, которая будет служить очень долго, нудно, развалится весь автомобиль, он сгниет, но батарея будет служить. Давайте я, для примера, я могу сделать легкую математику. 4000 умножим на 300 километров, у нее ресурс у этой батареи 1,2 миллиона, и она их проедет. Ну, на этом я хочу закончить данный ролик. Я думаю, он вам понравился. Если да, поставьте лайк. Если нет, ставьте дизлайк. Если что-то упустил или сказал не так, все пишите в комментарии, потому что я про этот автомобиль знаю на вот столечко больше, чем вы, потому что у меня сегодня было время чуть-чуть почитать. Ну, и еще я, конечно, могу на нем покататься. А в этом наше отличие. Если брать сегмент Лифа, здесь вы не будете париться и смотреть каждый день сок, насколько он там поднялся, насколько он там упал, или задумываться о том, что ставить вторую батарею в багажник. 1,5 миллиона, 60 киловатт, которые 4000 раз могут зарядиться, перезарядиться, плюс есть еще обратный ток, который можно получать где-нибудь в деревне или где-нибудь на природе и им пользоваться. 1,5 миллиона рублей русских здесь и сейчас. Пока.